1 сентября – волнительный день для всех, кто имеет отношение к школе. Но больше всего, пожалуй, переживают родители первоклашек, ведь в жизни их детей наступает новый этап взросления. Привыкла, что маленькие все время в садик, а сейчас школа, что у нас буквально за неделю началась хандра, что мы боимся, мы не сможем. Боялся, что не получится у него. Ну, мы успокаивали, что все будет хорошо. Первый класс, как бы, это не так страшно. Молодые, красивые и беззаботные. Сегодня в их честь звучат теплые слова и поздравления. Я хочу пожелать успехов, хочу пожелать пятерок и четверок. А родителям пожелать терпения, здоровья и взаимопонимания. Несмотря на то, что летние каникулы позади, у всех сегодня хорошее настроение. За 3 месяца ребята успели соскучиться по одноклассникам, учителям и урокам. Новые знания и опять с друзьями. Девчонки с белыми бантами, в нарядных платьях, мальчишки в строгих костюмах. Тщательно готовились ученики не только к школьной линейке, но и к новому учебному году. Книги читала, повторяла по математике, там все. Готовились к новому учебному году не только ученики и их родители, но и их учителя. За лето в школе провели косметический ремонт. Помогали нам в этом и родители, и ребята. У нас работала производственная бригада. Бригада, которая, так скажем, работает под руководством главы района. Мы, вот видите, в каком порядке у нас территория. 380 учеников сегодня переступили порог Чернореченской школы. Из них 40 первоклассников. Директор образовательного учреждения отметила, что ежегодно количество учащихся здесь увеличивается, что не может не радовать.